Всем привет! Это Супер Мидбой. Седьмой эпизод. Ад. Поехали. В общем, что мы здесь видим? Ад. Так. Попила за мной. Ладно, первые несколько уровней не такие уж и сложные, но дальше поедет. Пойдет, черт. Дальше пойдет мидбой. То есть. Мясо, короче. Черт! Он прыгнул. Да блин. Короче, сейчас то, что я буду умирать, это будет не специальные смерти, а случайные, потому что я действительно хочу пройти ад. И посмотреть, что будет после ада, потому что я на аду всегда упарывался, ну, то есть я ад никогда до конца не проходил. В общем, такая длинная история. И ну, там пластырь я вижу, но я понятия не имею, как я смогу его достать. Я сдох, черт возьми, блин. Так, ждем платформу, прыгаем на платформу, красим потолок. О, нет, я сдох, скорее всего, да. Что? Ну и ладно. Давай, короче, сейчас пила, давай ты, короче... О-о-о-о-о! Так, лишнее. Так. Ну вот и мы приехали, в общем-то. Грейда не получили. Да кому она нужна в этом? О! Все. Что это за штука? Она меня напрягает. Да, это сейчас было случайно. Так. Как? Что это такое? Сначала. О, нет. О, нет. Я помню этот уровень. О, я мастер прям вообще. По-мастерски так все делал. Я не знаю, как это пройти, как там надо так пролететь, чтобы... Оп. О, мастер! А! О, Грейда, в общем... Грейда, это значит мастер. Блин! Ладно, это была... Бра! Это было... Вот эти вот эта штука в первый раз, когда я психанул, она выскочила так неожиданно, что я, короче, решил, что надо психануть, ну и психанул. Ну не! О, нет! Так. Мне пришла в голову только что одна идея — играть Супер Мидбоя на камеру, но нет.
это сразу плохая идея, потому что... Уж это плохая идея. Куда дальше? Тут вы издеваетесь? Я же не допрыгну. О, я допрыгну. Так. А куда дальше-то? Туда, что ли? Наверх, что ли? А! Херня! Все это же супер мидбол. Как? Что? Почему я там сдох? Я же не, короче, я же... Что сейчас произошло? Я не упал в лаву. Вот сейчас, может быть, упал в лаву. Да сейчас тоже упал в лаву. А сейчас... А-а-а! Ты не будешь прыгать. Прыгающий мальчик. Прыгающий, не сна... Ну как так-то? Я там же стоял и... О! Мастер про скиллз. Так. Это нереально. Поэтому я... О, мастер про скиллз. Во, вообще красавчик. Прошел ведь, ну ведь прошел. Ну, ну что так? Да. Мясо падающее с неба. Ля-ля-ля-ля-ля. Мясо падает с неба. Оно нас всех убьет. Мясо падает с неба. И я опять сдох. Мясо падает с неба. И я опять сдох. Вот те вот биллы, которые там, они, короче, тупые. Они упоротые, и, в общем, я... Не знаю. Опять на том же самом месте. В ту же самую пилу. Я ору в микрофон. Я сошел с ума. О, амбит. Oh, I'm dead. Hello. I'm dead. Oh, I'm dead. Если я сейчас сдохну, я буду лохом. Я мастер. Так, что у нас здесь? Ах, вот он. О, это так... Они так будут бесконечно идти, что ли? Зачем вы там вначале такая, типа... О-о-о-о-о! Да. Нет! Да! Нет! Музяка! О, нет! Ты говно! Кто? Не знаю. Кто? Да не знаю я. Кто? Мидбой, блин! Мидбой, мидбой, мой мидбой, мой мидбой. Почему я, когда прохожу уровень...
почему, когда я прохожу уровень, я сразу его выключаю, даже не посмотрев реплей. Опять мне на бошку в том же самом месте упала эта огненная херня. Ну ё-моё, блиныч. Почему я не стоял там в углу? Пошёл. Нет. Да. Нет. Да. Все. Ну, подумаешь, бывает. Что за фигня? Что за фигня? Это ад. Вот. Не. Это ад. Я его прохожу, значит. Я сдох. Ну и хрен с ними. Я все равно ад. Я его прохожу. Я иногда дохну, но ничего страшного. Я могу всегда начать сначала. Так, сейчас нужно выбрать момент. Нет. А! Я! Извините, дорогие зрители. На ладошка болит. Психанул, блин! Так сдохнуть прямо перед финишем. Нище. Я испугался. Да. Дорогим, блин. Какой упоротый уровень, не? Чёрт. До сюда я редко дохожу. Всё, я Бэтмен! Я трижды Бэтмен! Мне ещё грейда дали. Да, до туда многие не дошли. Ну, я хотел досмотреть того парня, ладно. Я знаю, что это такое. Это порталы. Они телепортируют. Вот так. Чёрт! Надо попробовать этот бластер взять. Я не знаю, как его взять, короче. Не, ну его можно взять, раз его там поставили, и можно попробовать, потому что он в самом начале уровня. Блин. Блин. Оу, почти, ё-моё. Еееее, мастер про скиллз. Это же надо так сдохнуть! Я хочу взять тот пластырь и закончить. Это чертов! Пока еще мне не надоело. Все равно это тупой уровень. Да, ё-моё. Оу, е. Оу, е. Так, теперь нужно правильно подрасчитать время. Сейчас. Мастер про скиллз. И мне дали ещё пластырь.
А, ну этот уровень я помню. Раз я его помню... Это плохая примета... Плохая примета, если я уровень помню. Значит, я на нем долго колебался. Так. Здесь, здесь, здесь. Эй, чёрт! 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 Так. Идем до конца. Мы ничего не пропускаем. Чёрт, мы пропустим. Я там как-то подскальзываюсь и, в общем, падаю в лаву. Значит, не надо там подскальзываться, надо бежать до конца. Сейчас! Я там прыгнул, но я не прыгнул. Значит, надо там без без спринта бежать. Я упал в лаву. Я знаю, почему я это говорю. Вообще, почему я это... Ладно. Это моя работа. Должен выиграть в Супер Мит Бой, иначе меня уволят с работы. Я, блин, сдох, короче. Короче, я сдох. Все. Хочу. Хочу. Во! Мастер Про Скиллз! Так. Значит, я... Лечу в ту... А, ну и норм. НЕЕЕТ! Ну, во всяком случае, я понял, как это я сдох. Во всяком случае, я понял, как это пройти. Это надо, короче, пробежать там, то есть... Пройти без спринта. Вот здесь вот. А теперь надо понять, как пройти вот это. Я мастер! Я Бэтмен! Просто Бэтмен. Теперь. Я знаю, что это зовут. Теперь. Нам нужно... Вот так вот. Да, запутаться в этом уровне как... Так. О! Мастер Про Скиллз. Хе, легкотня. Для маленьких детей. Я помню этот уровень. Если я его помню, значит плохая примета. Там это тоже, по-моему, легкотня. Хе, ну и все. Игры, да, еще дальше. Вообще по-бэтменовски. Так, теперь. Сколько здесь ключей? Каждый что-то открывает. Плохо, все, плохо, плохо. Так. Легкотня, вообще, блин. Так, этот уровень я тоже помню, и он хрен. Так, там, значит, надо задержаться немножечко. Черт, там не надо задерживаться, а то меня убивают. Значит, надо его как-то по-другому пройти. Что?
Есть идея. Это плохая идея. Вообще ничего такая идея. Эл. Надо еще раз. Черт возьми, чертов хрен! Глаз стреляющий. В аду, что ты забыл? Как ты в ад попал? Вот. Варп-зону еще можно, но нет. Да, давайте. Короче, варп-зону. Немногие вылезли. Все получили. Так, ладно, переиграть уровень и варп-зону. А как туда? Блин, хрен с ней, с варп-зоной. Нифига я уровни прошел! Я Бэтмен! Всем спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. И не забывайте подписываться. Всем пока!